Здравствуйте, я Котова Любовь. Мне 39 лет, город Курск. По образованию я врач-стоматолог, по совместительству мама троих детей. После рождения третьего ребенка я стала замечать, что просто рассыпаюсь. Меня беспокоили постоянные боли в животе, хруст суставов, звездочки на ногах, а также целлюлит. Но самое главное, что меня беспокоили постоянные вирусные заболевания, которые приносят дети со школы. С продуктом я познакомилась в мае 2023 года. Меня познакомила моя родственница. Спустя месяц приема продуктов я заметила у себя такие результаты. У меня перестал болеть живот, перестали щелкать суставы, исчез целлюлит и стали менее заметными звездочки. Но самый главный результат заключался в том, что в июне месяце вся моя семья попала в инфекционную больницу с заболеванием коклюш. Кто не знает, что это такое? Это такое заболевание, при котором повреждается кашлевой центр. Это заболевание очень опасно для детей до года. Моя дочка, самая маленькая, находилась как раз в таком очень опасном возрасте. Она просто задыхалась у меня на руках, лежала под капельницей. Переболела вся моя семья. Даже мой муж заболел коклюшем. Не заболела только одна я. И я думаю, что это было связано как раз-таки с тем, что этот продукт кушала только я. На данный момент продукт кушает вся моя семья. И мои дети, и даже моя годовалая дочь, она с удовольствием кушает коктейли. Даже мой скептик-муж, и тот кушает наши продукты.